Предметом особой гордости нашего института являются его профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал. В их составе выдающиеся ученые, заслуженные и почетные работники в сфере образования и науки, настоящие мастера своего дела. Благодаря их подвижнической деятельности образовался и процветает наш институт. Воспитывается прекрасная молодежь и совершаются научные достижения. Заслуги многих наших сотрудников, аспирантов и студентов отмечены соответствующими наградами. Для награждения сотрудников института приглашается заместитель министра образования Нижегородской области Николай Юрьевич Бабанов. Награждается почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Шишков Глеб Иванович. Почетное звание. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации присвоено Безносову Александру Викторовичу. Почетный грамотный Министерства образования и науки Российской Федерации награждается Ляхов Игорь Юрьевич. Министерство образования и науки Российской Федерации награждается Хробостов Александр Евгеньевич. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждается Данилова Инна Витольевна. Серов Василий Евгеньевич награждается почетной грамотой Министерства образования и науки. Почетной грамотой награждается Каратушина Елена Викторовна. Грамотой законодательного собрания Нижегородской области награждается Митенков Федор Михайлович, который, к сожалению, уже благодарственное письмо законодательного собрания Нижегородской области вручается Шишкову Глебу Ивановичу. Благодарственное письмо законодательного собрания Нижегородской области вручается Яшиной Алле Николаевне. Благодарственное письмо законодательного собрания Нижегородской области вручается Раевскому Алексею Сергеевичу. Благодарственное письмо от губернатора Нижегородской области вручается Эрнесту Георгиевичу Новинскому. И Александру Наумовичу Монокосову.
Почетными грамотами администрации города Нижнего Новгорода награждаются Родионов Александр Алексеевич. Мельников Владимир Иванович. Маестренко Владимир Константинович. Аношкин Юрий Иванович. Почетным дипломом губернатора Нижегородской области награждается Дмитрию Сергею Михайловичу за заслуги в подготовке научно-педагогических и научных кадров Нижегородской области. Уважаемые друзья, вот есть два вида наград Нижегородской области под названием почетный диплом губернатора, собственно, почетный диплом. А вот этот вот почетный диплом за заслуги в подготовке научно-педагогических и научных кадров, но он еще более высокий статус имеет и значимость, поэтому с большим удовольствием я ректору его и вручаю. Губернатор Нижегородской области награждает почетным дипломом Бокову Татьяну Александровну. Легчанова Максима Александровича. Иванцову Людмилу Павловну. Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области награждается Виноградов Александр Алексеевич. Вдовиченко Ирина Анатольевна. Благодарственным письмом награждается Бородин Сергей Сергеевич. Почетные грамоты Нижегородского государственного технического университета награждается Ибрагимова Олеся Юрьевна. Кулагин Владимир Иванович. Малахов Василий Алексеевич. За значительный вклад в развитие доцент кафедры. Власичев Герман Николаевич. Сокина Людмила Александровна, заведующая лабораторией кафедры ядерной реакторы и энергетические установки. Зорина Ольга Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных языков, приборостроительных и энергетических специальностей. Новожилова Ольга Олеговна, ведущий инженер кафедры атомной тепловой станции и медицинской инженерии. Дорогие друзья, значит, государственные корпорации «Росатом»,
выделил нашим сотрудникам 15 различных наград. Значит, документы все подписаны, но они в пути. Поэтому каждая награда найдет своего героя.